Ребят, всем салют! Вы видели, что сегодня разработчики добавили в игру? И нет, я не про новый PvE режим, ликвидатор. Честно, мне режим вообще не зашел. Напишите в комментариях, как вам. Но здесь, как по мне, очень много недоработок, багов, нет никаких вознаграждений, наград, рангов. Ну, короче, не знаю, странный режим. По фану, для чего, не знаю. Напишите свое мнение в комментариях. Я имею в виду про магазин. Что разработчики туда запихнули? Если честно, у меня магазин еле прогрузился, когда я его открыл. Пожалуйста, прежде чем я покажу, поставьте, пожалуйста, лайк на этот видос. Давайте попробуем на этом ролике собрать 15 тысяч лайков. Это много на сегодняшний день для моего канала. Да, было время, я откопал старый скрин. Было время, когда у меня был актив за час 200 тысяч просмотров, за сутки 800к набирали ролики. Есть видосы, которые по ляму лайков набрали. С ностальгией вспоминаю это время, с таким теплом на душе. Я хочу сказать всем спасибо, кто был подписан на меня все это время, смотрел, поддерживал. Да, сейчас все не так, и, возможно, уже не будет никогда так, но я все равно рад, что это у меня когда-то было. Поэтому спасибо вам заранее, и надеюсь, вы сможете набрать на этом ролике 15 тысяч лайков, потому что, ну, тот актив и вообще такое мини-будущее подошло к концу. Да, касаемо этого, хотел еще анонсировать вам новость о том, что я ушел с официальных ютуберов, это случилось, это должно было случиться еще раньше, потому что я устал от того, что я не получаю никаких, ну, плюшек от официального ютубера. Что такое официальный ютубер? Это ютубер, который имеет доступ к каким-то эксклюзивам, да? Я подразумеваю это к снэкпикам, там, к бролтоку. А за год, за целый год, посмотрите, пожалуйста, мои видосы. Я не получал этого всего. Я записывал реакцию на арткула снэкпики. И не потому, что мне лень сделать снэкпик, да потому, что мне его не дают заранее. Мне дают его в момент выхода снэкпика. Когда я его должен успеть подготовить? А бролтоки? Они переводят бролтоки, всем дают заранее доступ, ютуберам, у которых левел повыше. А я сижу просто на стриме, смотрю, разбираю бролток. То есть, что есть в официалах, что нет. Да, давали скины там на розыгрыши. Ну, окей, разыграю скины лично от себя. Ну, в общем, это случилось, ребят. Я про это запишу отдельное видео. Не хотел в этом ролике рассказывать. Но не надо будет объяснить вам это. Поэтому знайте. В общем, такие дела. Грустно, но вот как есть. Отдельное видео про это ждите. Много хочу рассказать и кое-что вам анонсировать. Да, нелегко мне далось это решение, но все-таки. И это я еще не говорю про код автора в игре, когда у кого-то, у какого-то ютубера есть, а у некоторых ютуберов почему-то его нет. Да, этому есть какие-то причины, объяснения, но, честно, блин, неинтересны эти причины. Хотелось бы, чтобы их решили и дали всем код автора, чтобы все были равны. Но, к сожалению, это не так. Может быть, когда-нибудь это изменится в политике разработчиков в Supercell, но пока что как-то не сошлись. Но теперь открываем магазин, я вам покажу, что разработчики туда назапихивали. У меня еле он прогрузился. Во-первых, пинчики, которые добавили еще вчера. Подарок, ну а самое главное, тен-тен-тен! Три пака с гемами на 5, на 8 и на 10% больше. Офигеть, просто офигеть, что это за щедрая акция. Но это еще не все. Посмотрите на эту акцию. Помните акция 10 мегабоксов? Так теперь 15 мегабоксов и на 30 гемов дешевле. X5 выгода. Ее раньше можно было за 1200 гемов купить, а сейчас за 239. Трэш, и эти жетоны, я, ребят, уже фуловый аккаунт себе сделал, посмотри. Короче, сейчас буду это все покупать, ну и я теперь могу вам сообщить о том, что вы тоже можете это купить. Капец, если можно их купить дешевле, зачем их покупать дороже? 15 мегабоксов, холдик задолбал болтать, давай открывай, гребаный ты. Поехали, 15 мегабоксов. Никита, посмотри сюда, посмотри. 10 предметов? Да! Ты видел когда-то такое? Нет. На видос я ни разу такое не записывал, только на стриме у меня было. Это тут 4 предмета будет или 3? Офигеть, офигеть. Короче, если вы хотите так же, вы знаете, куда надо лететь, да, ребят? В описании. В описании летите, потому что пропадет акция, пока она есть. Причем, ну, я вам говорю, что выгоднее вы просто не найдете. Тем более я лично проверил. А, 3, Никит, 3. Так, ну это могут быть и гаджеты, и пассивки. Могут быть. Никит, Данечка, не хочешь мне открыть вот эти? Не? Ну ладно, я сам. Ну, Данечка мне откроет. Сейчас, секундочку, стой. Давай, раз, два, три. Открыл одну? Что там, выпало что-то? Нет. Ага, все, давай еще один. Только... А, он ушел. Ну ладно. Так, гаджет набита. Давай, я закрою, ты будешь реакцию говорить. Давай.
такое. Тут пассивка на ворона. Пассивка, но не берс. Так, давай, все. Давай, реакцию. Давай. Три предмета, и это три гаджета. А, нет, два гаджета. Еще 14 мегабоксов, это с первого же бокса. Я серьезно, разработчики сделали такие акции щедрые, что аккаунт свой прокачать можно вообще не напрягаясь. То есть вообще не напрягаясь. Но учитывая еще, что можно... 9 просто. Сначала 15 мегабоксов за 200 гемов. То есть ты понимаешь? Ты покупаешь акцию 390 гемов, у тебя еще и гемы остаются, и ты куча предметов получаешь. Три предмета, Никита! Тоже три? Да! Я не могу, что за дичь? Что это, разрабы? Ну это прям какой, знаешь, бонус мне. Типа, потеха. Опять на ворона! Хочешь открыть? Окей. О, тут у меня подписчик есть. Привет, как тебя зовут? Алихан. Давай! Дружище, открывай. Так, ты знаешь, что это выпало? Да. Что это? Это пассивка на бог. Правильно, это гаджет. Спайк. Нет, это не спайк. Мороженечек. Мороженечек. Хочешь еще пооткрывать? Окей. Давай. Ребят, хотите с этим парнем запишем отдельное видео? Может, Данька забатлит с ним? Не хочешь забатлить с Данькой? Окей. На сундучках. Давай, можешь пооткрывать еще. Мы на видео записываем сейчас. Он с Данькой просто гулял, он... Ты тоже в Brawl Stars играешь? Да. Так, ну давай. Ты мне Лу выбил, спасибо. 6. Не, ну это... Понял, у меня сейчас... Да, надо, чтобы было... Ну я тебе... Я скажу, когда будет новый бравлер или что-то. 7. Так. Нет, не будет тут нового ничего. Ну блин, 15 мегабоксов. Нет, там сейчас разорвут, ты слышишь, Никит? Там сейчас разорвут эту штуку, чтобы... 7. Мне походу потом надо будет убрать ссылку, потому что не вы. 1 мега. Я закрою, давай. Что там? Пассивка на гаджет. Гаджет на вот это. Как там? Кто это? Это было имя. Вспоминай. Би. 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 Биби. Да. Так. А ты какой твой любимый боец в Brawl Stars? Мой любимый боец. Мой любимый боец Вольт. Вольт, красавчик. Так, хорошо. Видишь, сколько боксов, да? Ты открывал столько-то боксов? Или первый раз? Не, я больше открывал. Больше открывал? А ты что, тоже донатишь в Brawl Stars? Не, я накопил там где-то... Я прям до самого конца сделал. А, Brawl Pass, наверное? Да, Brawl Pass. А, ну красавчик. 8 гигант. Пассивка на ворона. Гаджет, ну это хорошо. А, это щит, надо замедление гаджет. А, все, походу. Это щит имбови. Имбови, думаешь? На кого потратить? Так, ну мы Мортиса вот купили жетоны недавно. Я же ворон не фуллил. Спасибо, спасибо, дружище. Ты же на ворона сколько навыбирал? Почему зафулить? Зафулить? Ну давай, давай ворона зафулим до 10-го. А, еще, блин, офигеть. Так, у нас еще 1500 этих продается, мы можем купить. А, если мы сейчас купим, все, ворон 11. Да, мы купим сейчас. Так, гемасы. Ну я эти гемасы купить могу, но не буду, потому что я на этот проект доначу только когда апаю там какое-то количество кубков. Вы сами знаете, да? Я хочу апнуть 20 тысяч трофеев и задонатить сюда 10 тысяч гемов, друзья. 10 тысяч гемов. Вот, поэтому мне вот эти гемасы на этом аккаунте не нужны. Ну, я бы купил бы их, потому что, ну, выгодно. Ну, не то, что не нужны, нельзя их. Ну, нельзя их, да, нельзя. Они мне, ну, они собьют мне счетчик, я должен четко 10 гемов закинуть. А вот эти акции я куплю. И 300 очков силы, и 1500 жетонов. А вот на кого, посоветуйте мне, пожалуйста, в комментариях. Я вот до этого купил на Мортиса, вот смотрите, сейчас я его прокачаю. Вот я купил на Мортиса, я его до 9 левел качнул. Вы просто покупаете вот эту акцию, и вы качаете любого бравлера на 9 левел. Причем она, ну, ее же можно как бы недорого купить. Она недорогая. Не, ну по факту. Можно недорого. Ну по факту, правильно ж? Ну, нет, дорогая или нет? Даже если за 12 долларов, как ты считаешь? 12 долларов дорого. Ну да, дорого. Дорого. А вот за 5 долларов уже не так уж и дорого. Ну, кому как, конечно, кому как, но тем не менее. Ну я в шоке, я просто, посмотрите, этот аккаунт фуловый. И это не основа, 55 бойцов. Все, ребят, время пушить кубки. Ждите стримы, скоро прокачаемся, надо куча золота. То у меня уже его 30 тысяч, но этого мало, надо 100 тысяч где-то золота. И пушим 50-ка. Пипец. Все, всем удачи, скоро увидимся. Ну и вот так вот.
Ждите, скоро будет анонс кое-чего интересного. Пока.